Бурятия занимает лишь 55-е место в России по развитию государственно-частного партнерства. Главная проблема в том, что регион не может дать бизнесменам твердых гарантий в получении ими прибыли. К тому же недоверие взаимно. Мешает и отсутствие урегулированной законодательной базы. Выступающие заявили, что у нас это стало просто модной фишкой, которая часто используется из-за нехватки бюджета. К тому же нет четкого понимания, что же такое ГЧП. ГЧП – это все-таки привлечение частного инвестора для эффективного решения задач публичного сектора на условиях компенсации затрат, на условиях разделения рисков, на условиях разделения ответственности, на условиях разделения компетенции. В рамках ГЧП в Бурятии начата работа по строительству в зверосовхозе пансионата для престарелых и инвалидов. Бизнес помогает государству модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры в районах. Пора уже нам какие-то индикаторы по развитию ГЧП прописывать в наших программах социально-экономического развития и в других госпрограммах. Очень интересное было выступление со стороны науки. Были непростые вопросы. Была и критика где-то, но в то же время мы все понимаем, что действительно формат ГЧП достаточно сложный, он по-разному в мире идет. Депутат Анатолий Кушнарев заявил, что в таком формате можно строить качественные дороги, убирать мусор и организовывать переработку пищевых отходов. Все предложения будут переданы для рассмотрения главе республики и спикеру бурятского парламента. Софья Евдокимова, Илья Зиновьев, Новости дня.